Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Итоговое собрание поискового отряда «За Родину». Выражает благодарность поисковому отряду «За Родину» города Десногорска Смоленской области за большой вклад в поисковую работу по установлению имен и судеб. Сводка криминальных происшествий за неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 115 сообщений о происшествиях. Концерт ко дню матери в 4-й школе Десногорска. Сегодня, в этот замечательный вечер, мы, как всегда, хотим сказать вам свои слова любви и благодарности за то, что вы нам подарили самое ценное на земле – это жизнь. На Смоленщине дополнительно поддержат семьи с детьми. Предстоящие изменения анонсировал губернатор Алексей Островский. Так, семьи, в которых с 1 января 2020 года будут рождаться или усыновляться вторые и последующие дети, смогут получить региональный материнский капитал. Сейчас родители получают такую выплату только на третьего ребенка. Известен и размер субсидии. Это 163 300 рублей. Капитал можно будет направить как на улучшение жилищных условий, так и на получение образования ребенком. По мнению губернатора, такая мера поможет улучшить демографическую ситуацию в регионе. Проект нового закона будет рассмотрен на декабрьской сессии областной думы. Самый молодой поисковый отряд Десногорска по названиям «За Родину» работает с 2012 года. Дружной командой бойцы отряда исследуют поля сражений, иногда в крайне тяжелых природных условиях. О результатах экспедиции за 2019 год далее в сюжете. Две районные экспедиции, большая международная вахта, 38 разведывательных выездов различной длительности. Результат деятельности отряда «За Родину» в нынешнем году. Работая в непростых условиях, исследуя каждый сантиметр некогда кровавых полей сражений, удалось вернуть из небытия 53 солдата. При бойцах были найдены 18 медальонов. 6 имен удалось восстановить. 33 солдата захоронены в Ельне Ушакова, 4 солдата на кургане в Десногорске. Остальные солдаты находятся во временном захоронении. И двух солдат уже передали на родину. Также командиру отряда было передано благодарственное письмо от Совета молодых депутатов при Совете муниципального образования Кореновского района Краснодарского края. Туда отправятся останки красноармейца 1902 года рождения. Останки этого солдата были переданы отрядом принимающей стороне в деревне Бетлица Калужской области 29 ноября. Выражает благодарность поисковому отряду «За Родину» города Десногорска Смоленской области за большой вклад в поисковую работу по установлению имен и судеб советских воинов, геройски павших в борьбе за освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Такие успехи – это результат в том числе и многолетнего сотрудничества отряда со «Смоленск-Атомтехэнерго». Организация оказывает помощь и поддержку поисковикам, благодаря чему коллектив в силах работать на благо истории своей страны. Благодарность от командира отряда получил Вячеслав Иванов, представитель организации. Выражаю огромную благодарность за личное участие в поисковой деятельности, за участие с нами в поисковой экспедиции. И для тех, кто не знает, Вячеслав лично поднял в первую экспедицию сам солдата, впервые взяв в руки щуп. Дальнейшее сотрудничество отряда и неравнодушной к истории своей страны организации будет продолжено и в 2020 году. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Для безопасности детей и спокойствия родителей в домах и квартирах многодетных смолян устанавливают пожарные извещатели. Зимой из-за частого использования печей и обогревательных приборов количество возгораний резко возрастает. Так что такая мера как нельзя кстати. Такая акция проходит в Смоленске благодаря местному отделению МЧС. Министерство обратилось с такой инициативой в городскую администрацию и получило поддержку. До конца года планируется установить 10 таких извещателей. Их разместят в частных и многоквартирных домах, а также общежитиях. Работа продолжится и в следующем году. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова.
За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 115 сообщений о происшествиях, из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 92 административных правонарушений, в том числе 71 нарушение правил дорожного движения за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. К административной ответственности привлечены 12 человек. Смартфоны стали повсеместно доступны с 2011 года, и с тех пор их использование только растет. Наряду с удобством, которое появилось благодаря гаджетам, есть и значительный негативный эффект от их использования. Один из них – увеличение случаев психологических расстройств, особенно у подростков. Так девушки более зависимы от социальных сетей, а юноши в основном бесконтрольно увлекаются играми. Ученые говорят, что в большинстве случаев зависимость от телефона – результат неудовлетворенностью своей жизнью и попытка таким образом отстраниться от реальности. С учетом того, что гаджеты из нашей жизни точно не исчезнут, главной задачей остается разумное их потребление. В противном случае это приводит к отчуждению, стрессу и даже снижению интеллекта. День матери отмечается 24 ноября. Но любви самый близкий человек на свете достоин в любой день, независимо от даты. По этой причине в 4-й школе Десногорска устроили праздничный концерт «Письма для наших мам». Идея праздника лаконична и понятна всем. В современном ритме жизни далеко не каждый из нас успевает сделать то, что действительно важно. Например, написать письмо маме. Сегодня так скоротечно лежит жизнь, что мы не успеваем поворачиваться. Не то, что уж сесть, по телефону позвонить, а уж написать письмо – это особая тема, очень трогательная. То, что это совсем не сложно, на своем примере показали ученики 4-й школы. 29 ноября актовый зал стал местом волнительных признаний и смелых заявлений, каждый из которых, будь то танец, песня или стихотворение, было наполнено теплым посылом добрых и искренних чувств. Более 80 выступающих – ученики с 1 по 6 класс. Для многих ребят это был свой личный творческий дебют, а некоторые знакомы со сценой не понаслышке. Очень много детей, которые занимаются в других коллективах творческих нашего города. Огромное спасибо их руководителям, которые занимаются с этими детьми. Мы их привлекли к нашему концерту. Совместными усилиями удалось создать выступление, которое не оставило равнодушными ни участников, ни зрителей. Это педагог без границ, которая смогла поставить такой замечательный концерт, что просто впечатление самое незабываемое, самое приятное. В школе занимаются с детьми, занимаются с ними творчеством, учат любить сцену, учат любить родителей, уважать родителей, уважать учителей. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 3 декабря в Десногорске пасмурно, небольшой снег. Температура днем -1, ночью -5. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desna-tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!